Привет! Если коротко, то я, Фифи в Пескоструй и Фредж сейчас будем строить что-то на протяжении 5 минут. Потом по часовой стрелке мы будем меняться постройками и добавлять к ним новые детали. В итоге у нас получится 4 произведения искусства, к которым каждый из нас приложил свою руку. Как это будет выглядеть? Увидим! Давай с моей. Я добавил тут рук немного. А это мой кальян. А это кальян, а это трубку веду в пробу челу. Подожди, кто что строил? Я построил трубочку и вот этого человечка. Я построил пивасик рядом, потом вот эту вот штучку построил, вот эту вот человечка. И вот того человека начал строить, но не достроил. Да, я достроил человека и руки добавил сюда на постройку. А еще вот тут я что-то... А что это было, Баф? Это, я не знаю, я просто хотел сначала построить... Это чайник или лампа джина? Я хотел сначала построить просто бутылку, а потом подумал, может быть, добавить какие-то элементы. И решил вот сделать что-то такое. Но я не знаю, на самом деле, в этом никакого смысла не было. Фиф, то есть ты сделал вот такие вот руки, как в этом, да. Как в заставке Windows, помню. Ненормально. В XP было или каком-то. Почему я ненормальный? Просто такие лабиринты. Без рук. Помните, найди такие пичеру, да. Были. Помните эти заставки? Да. Супергероя, который тянет руки, как он называется? Этот. Растягай. Человек-резина. Ну вот, вот такая вот получилась. Ну, получается пластилинчик. Это кто? Что он делает здесь? Куда он пошел? Фиф, ты его пригласил? Да нет, тут у него, посмотри, ничего себе. У меня тут мастерская, машину делаю, катаюсь. Ну это же скучно. Скучно, понимаешь. А есть другие варианты? Ну да, конечно. Есть же Crossout. Там и игроков много, и сама игра интересная. Это что? Окунись в беспощадные бои многопользовательского онлайн-экшена Crossout. Единственный способ выжить в мире после апокалипсиса — собрать из сотен разных деталей свой бронемобиль и сражаться за ресурсы. Стань беспощадным рейдером пустоши. Используй лазерные дробовики, миниганы, излучатели Тесла, дронов, цепные пилы и многое другое. Тебе доступна огромная карта мира с заданиями и режимами. Можешь сражаться с другими игроками, пройти сюжетную кампанию, участвовать в клановых войнах или отправиться в рейд против огромного босса Левиафана. Кстати, и ты тоже сможешь собрать такого. Ты сам решаешь, как действовать в бою. Радары, генераторы невидимости, ракетные ускорители и другие устройства помогут тебе собрать абсолютно уникальную машину. Побеждай, получай новые детали и улучшай свою боевую колесницу. Или собери абсолютно новую. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для быстрой прокачки. У меня был просто человечек. Просто человечек без ничего. Это я и волосы на ногах подожди. Добавил. Подождите. Что добавил? Ты волосы. Да я ж сказал без этого всего. Зачем вы вот это вот пристроили? Он сломал. Я-то делал, алло, я-то делал. Нет, ты сломал. Я-то делал. Ты сломал, алло. Я ему мух на голове добавил, типа на говно. Так, ну я, получается, смотрите, я пристроил ему... Я пристроил ему штаны вот без этой вот волыны. Сделал ему башмаки. Ремень красивый. Бицепсы. Дерево. Бицепсы. Фигушку сделал. Это пистолет у него теперь. А я, короче, добавил ему больше волос. Угу. Добавил ему волыну, только поменьше. Да зачем? Я же сказал без этого. Это, и почему это на ней овцы? Это мост, это тут овцы гуляют. Это вши у него. Лобковые вши. Еще фу. Я не добавлял мух, алло. Это я мух добавил на голове, это я мух добавил. А как вам эти волосы на ногах, это самое главное? Ну, круто. Ты только это добавил? Нет, я добавил волыну вот эту вот сделал, потом... Так, подожди. Мост достроил, волосы на ногах сделал, мух дорисовал и прическу чуть-чуть другую сделал, чтобы больше на говно было похоже. А кто дерево продлил так? Я. Кто ему корни сделал?
Да кто я из вот... вас-то? Я. Вот это вот я сделал. Вот это вот. Я тоже. Да. И бицуху я больше сделал. Она была изначально вот такой вот. Ну да, потому что я сделал ее такую. А я вот такую сделал. Типа она вообще сильная, папка ёшка. Прекрасно. Дима, что ты сделал? Да это понятно, вообще... короче, понятно. Все засрали. Я курить давай. Ничего нового. Ну, я вообще изначально хотел сделать эти, как они? Чтоб, типа зоопарка какого-то. Ну смотри, я здесь добавил мишень, сделал вот эту вот стойку для брони, сделал вот этот водопад, немножечко крышу сделал и вот эту пристройку чуть-чуть апгрейднул, то есть добавил. А Дима, ты все время куриц разбивал? А я добавил башню. Да. Что, постройка готова? Так в смысле готова? Можно еще было одну башню? Это построить. Какой-то петушиный замок. А башню мне падло было строить, я и начал строить, но потом передумал. Блин, это что такое? Что это? Это должна была быть стиральная машина, я так думаю. Я стиральную машину строил. Вообще круто, пацаны. Я полностью, короче, доделал абсолютно вот этот весь корпус, чтобы он был целым. Весь корпус вообще доделал. Поставил, начал делать стекло и вот эту вот серую штуку, которая внутри, типа, я начал делать. Все, больше я ничего не успел. Потому что у меня все время вышло вот чисто обделать ее. Сделать, я изначально добавил волосы. Обделать. Потом добавил руки. И вот здесь у меня была просто палка без данного флага. Но я добавил флаг. Вот. Сделал потом арбалет. Еще... Внимание, внимание, вы не заметили еще самое главное. Пройдите сюда, я тут кое-что еще добавил. Проходите. Это был... Я подумал, что это тостер, я его оживил немного. Вот, сделал ему вот такой вот мозг. Блин, вот это вообще прикольно. Я добавил еще внутри, я думал, это какой-то телевизор, что ли. Нет, это изначально должна была быть стиральная машина. Глаза добавил. А ноги? Ноги я сделал тоже. Прическу, ручки. Не, я говорю, у меня все время вышло чисто, чтобы ее обшить вот этим железом. Потому что тут у Димы было вообще недостроено. А вместо пескоструя к нам присоединился Руди. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, кто что строил, признавайтесь. Я ему добавил ножки, ручки, корону сделал из этих блоков изумрудных и рог. А кто ему третий глаз в сандалии? Я ему глаза сделал. Ты просто вилку глаза построил. Делал? А, это вилку еще построил. Пепе. Это был лягушонок Пепе. Превратился в какого-то Нептуна под голодным чувством. Я достроил ему вот такие вот эти вот рожки, да, добавил красные блоки сверху. Похоже, теперь они на грибы. И еще подружку ему сделал. Подружка-то не очень. Да нормально. Амогусы могут. Ну вот. Ну, получается... Неплохо. Да, такой ужас. Это как будто из этой, из корпорации монстров. Да, да, я и говорю то, что похоже очень. Это было окно. Я достроил человечка, и все. Еще одного. Какая жуть. А я построил... Что случилось с моим пацаном? Почему он почернел? Я сделал черным. Так нельзя же заменять блоки. Да, ты был... А ты... Стой, смотрите, мы можем сделать его. Ты типа схитрил, ты поверх сделал его. Ну ты думаешь, у него голова как у гидроцефала разрослась. Но вообще, да, у меня типа изначально тоскующий мальчик без ног был. Я хотел ему сделать дощечку такую на колесиках. Типа он на ней сидит и не может гулять по улице и бегать. Не, такое не надо. Поэтому он тоскливо смотрит. А в следующей карте там сбоку, там оторванная жопа. Типа... Там его оторванная жопа. Да, жаль, вы не видите мое сейчас лицо. Кошмар. Там можешь просто потом вставить, как я оторванную жопу строю. Так, а этот вот ребенок что он делает? А этот... Зовет его гулять, но он не знает же, что там снизу у него нет ножек. Так я вообще не знал, его не успели достроить ничего, а тут оказывается целый сюжет такой. А он типа, эй, ты кто такой, не лезь ко мне в окно, ты в порточке. Это домушник. Я позову отца. А потом вспоминает, что у него нет ножек, и он грустит, и чернеет от злости. Вот, мне кажется, это так. Или, может быть, он наоборот маску надел. А, ну
Точно. Там, маску грабителя. Он сам притворился грабителем, чтобы его не грабили. Но вспомнил, что у него нет. А ладно, все, хватит. Первый, да, ага. И вот этого чувачка, ну, без бороды и без вот этого, что-то такое еще. Я ему достроил рога, сделал бороду, ножки, вторую руку сделал и добавил крови на его косу, а также расчлененку добавил. Боже, вот. Да, я очень вдохновился твоей расчлененкой, как раз вот здесь изначально это подразумевалось как голое тело. Ну, типа, вот туда уходит туша, и вот жопа, как бы. Но ее сделали в латексе, я так понимаю. Нет, или это очки? Типа, это у него ноги, они вот в таком носках. Ну, они, да, там были ноги, то есть... Они это глаза, еще... это глаза, вот, это два глаза. И это прическа. А это, типа, у него не из очка кровь льется, а просто нос разбит. Ну, там какие-то пришельские. Или варенье он поел. Варенье, да. Выпачкался немного. Для меня это ученый из игры заработало, прям я вот прям его вспомнил. Кто что построил? Я построил телевизор, это я все, что я. Я построил трость и ножки ему добавил. Да, у него очень много ножек. Такой решительный дед. А я добавил еще больше ножек, спасательные круги эти и пистолет. И он выстреливает из него в телевизор. Я подумал, что он не может найти пулю. И да, я взял поэтому пистолет и решил. Но он слепой. Да, слепой. Не, ну судя по всему, это липучка. Думаешь? Или это так огонь? Типа? Нет, это типа огнестрельное оружие. Огнем стреляет, типа. Это тот мальчик, у него никогда не было ножек, и он потом заработал денег и. Да, да, и купил себе самый типа крутой протез на Диком Западе, реально самый. Есть у вас фантазия. Да, он просто понял, он дико комплексовал с самого детства и понял, что вот хочет стать к своей старости самым клёвым технологичным дедом. И он пока себе конструировал протезы, он их там типа примерял, но все усовершенствовал, но потом думал, ах, а что, не пропадать же добру типа всем прототипам, и он всех себе присандалил к заднице, чтобы у него было сразу 20 ягодиц, которые он потерял в детстве. Все, на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А также залетайте по ссылке в описании и забирайте свой бонус на тачку в Crossout. Пока!